Привет, любители альтернативной энергетики. Вчера я заменил свои солнечные электростанции кислотные аккумуляторы на литиевые. И сегодня я для вас сделал обзор. Итак, давайте сейчас мы посмотрим. Теперь у меня стоят вот такие вот аккумуляторы. Это литий-железо-фосфатные. Суммарное напряжение 12 вольт. Емкость 200 ампер-часов. Ну а для тех, кто не смотрел меня раньше, я сейчас поставлю маленькую врезочку, чтобы вы поняли, какие аккумуляторы я использовал до этого. Такие вот кислотные аккумуляторы я раньше использовал в своей системе. Система у меня 12-вольтовая. Емкость этих аккумуляторов доходила суммарно до 200 ампер-часов. Вес их доходил, соответственно, где-то килограмм до 60. Продолжаем обзор литиевых аккумуляторов. Между аккумуляторами, как вы видите, раз, два, три, четыре установлены разделители. Я их выполнил из ДСП толщиной 18 миллиметров. Ну, такое ДСП, оно используется в мебели. Далее поставил раз, два, три. Это у меня перемычки. Перемычки самодельные. Это положительное ответвление. Это у меня отрицательное ответвление. От отрицательного ответвления пошел провод к защитному модулю БМС. Также здесь имеется вот это вот идет датчик температуры. Это у меня активный балансир. Ну, как производитель заявляет, ток может доходить до 8 ампер. Но я еще измерения не производил, поэтому сказать, какой ток он будет выдавать, возможно, я не могу. Вот здесь от перемычек отходят вот эти вот провода. Они у меня идут как раз от балансира, но через вот такой вот выключатель. Здесь у меня выключатель стоит. Ну, это две спарки по 6 ампер. И давайте сейчас мы попробуем протестировать данную систему на нагрузочку. В качестве нагрузки у нас будет вот такая вот 2-киловаттная плиточка. Вот так как инвертор у меня всего 1500 ватт, то включать я буду одну вот эту вот крайнюю конфорку. Давайте сейчас попробуем включить инвертор. Так, инвертор включили. Так, показывает напряжение 13,2 вольта.
Ну а теперь мы сейчас включим конфорочку. Конфорочку включили. У нас получилась просадка до 12,3 вольтах. Хочу сказать, что при кислотных аккумуляторах такой же емкости и при такой нагрузке просадка по напряжению сразу становилась до 11,8-11,5 вольт. Вот такой вот я сделал видео. На этом прощаюсь, пока.